Казачьи подворья прямо в самом центре кубанской столицы, на Пушкинской площади, со своими дарами весь край, угощениями, поделками, песнями и плясками. Из самых маленьких станиц сюда приехали фермеры, чтобы показать всю привлекательность сельского отдыха. 400 мастеров делились секретами лепки из глины, плетению из лозы, художественной росписи. В Курине Василковского района гостям предложили накормить весь птичий двор. Для этого фермеры привезли молотилку для зерна. Попробовать себя в роли сельхозработника смогли все желающие. Сюда кидаем зернышки. А теперь будем молоть. Поехали. И корм у нас превращается в такую вот кашку. Кормить там уточек, курочек. Просто слов нет. И все дают и попробовать, и детям интересно. Ну и как и взрослому тоже вспомнить, скажем так, свое прошлое. Окунуться вот в ту атмосферу, которая была раньше. Здесь и народные игры устроили, и перину для гостей расстелили. Мягкость подушек оценил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко проверил, что могут предложить самым искушенным туристам в станицах. Глава региона и спикер кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с хозяевами хат. Те рассказали, что гостям всегда рады. И даже в самых маленьких хуторах могут предложить путешественникам разнообразный отдых. Вот, к примеру, в Новопокровском районе готовы удивить не только зрелищами, но и хлебом. Сюда жители района привезли домашние угощения, стряпали всей станицей. Трудолюбие – это то, что всегда отличало наших селян, отмечает глава региона. Мы работящий народ, самобытный, мощный народ, который все может. Главное – условия, которые есть сегодня, нам сохранить и приумножить. Тогда и мы приумножим то, что имеем. Только так. И никто за нас экономику не сделает, и жизнь лучше за нас никто не сделает. Кто бы что ни говорил, народ всегда исконно на этой земле был прав, потому что он ни на кого не надеялся, сам на себя создавал Кубань, создавал вчерашнее, сегодняшнее и будущее этого великого края. А мы сегодня должны сделать то же самое. Главе Кубани показывают и мастерство ремесленников, вязаные футбольные мячи, одеяла из лоскутов и одежда из натурального льна. А еще игрушки такие же, как были у наших прадедов. Мальчишки, а это для мальчишек, должны знать, что они воины. И они тоже не должны этого стесняться. И мы не должны стесняться им говорить о том, что не всегда готовы. Должны быть готовы к защите своего отечества. А вот это, вот эти игрушки, это настоящие мужские игрушки. А не то, что сегодня нам правильно, не то, что нам сегодня навязывают. Это европейская какая-то культура, непонятно какая. Наша страна такая, что все время кто-то хочет к нам прийти. И не с добрыми намерениями, потому что они должны четко знать, что они всегда готовы защитить свою землю. Туристы все чаще предпочитают закатом у моря сельскую романтику. В этом году фермеры ждут еще больше гостей благодаря открытию Крымского моста. Ремесленники и сельхозработники будут предлагать свою продукцию по пути в соседний регион. В июле вдоль дороги, ведущей в Крым, начнут работать сельские ярмарки. А сделать так, чтобы путешественники заглянули на денек-другой в местные хозяйства – задача глав региона. В Ейске, к примеру, будет организован музей виноградарства и виноделия. Гости смогут посетить домики с мастерами-ремесленниками, тематические фестивали и праздники. А еще можно окунуться в казачий быт, встать с утра пораньше, наколоть дров и накормить домашних животных. За помощь по хозяйству путешественники получат внушительную скидку. На ярмарку яичане привезли домашний сыр, молоко и сливочное масло. Вениамин Кондратьев отметил, что для развития сельского туризма власти и дальше будут создавать все условия. Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно, потому что не то, что сверхприбыли, даже прибыли порой никакой нет. Но мы должны понимать, все, что вы делаете, это бесценно. Потому что вы даете нам, сегодняшним жителям Кубани, эмоции, сохраняете культуру и возвращаете нас к нашим традициям. Мы пытаемся сделать, чтобы экономика в вашем этом маленьком производстве, в ваших предприятиях появилась. Сегодня мы распространили все меры господдержки на те предприятия, которые занимаются ремесленной деятельностью. Делаем все, чтобы вы приехали туда, где идут туристические маршруты, где уже протоптаны туристические тропы. Выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и привлекает все больше и больше людей. О чем это говорит? О том, что традиции прикладного народного творчества живут и развиваются. Рост популярности наших туристических объектов повышает спрос и на сувенирную продукцию.
Причем гостям гораздо приятнее привезти из отпуска кубанский сувенир ручной работы, чем китайскую штамповку. Все районы края встречаются на выставке уже в четвертый раз. По традиции в этот день лучшим подворьям и хозяйствам вручили заслуженные награды. Для них это способ показать себя во всей красе гостям. Кроме того, на ярмарку приехало больше 1500 туроператоров, чтобы разработать увлекательные предложения для путешественников и показать, что отдых на Кубани – это не только южное солнце и теплое море. Инна Чайка, Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.